Всем привет, ребят, с вами я, Пека Плей. Так, микрофон работает, да. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Ответ-вопрос, вопрос-ответ. Спасибо за 9 лайков. Так, да. А ты знаешь Brawl Stars? Первый вопрос. Конечно, знаю. Я в него играю с 18 года. Пека, как ты познакомился с YouTube? Очень легко. Мне подарили слабенький телефон. И я потом начал снимать через него. Когда ты познакомился с лифтами? 9 мая 2020 года. Пека, как ты создал свой канал и как ты начал снимать видео? Канал я создал, по-моему, в июле, где-то 3 июля 2017 года. Снимать видео я через телефон снимаю. Теперь через бандикам, через компьютер. Так, идет, да, идет запись. А ты покажешь лицо или нет? Ну, я подумал, то, что я не покажу свое лицо, если мы не наберем 100 лайков. Когда ты зарегистрировался в Роблоксе? Я в Роблоксе зарегистрировался 16 марта 2018 или 2019 года. Ну, я посмотрю. Пека, тебе сколько лет и как тебя зовут? Мне лет где-то на 11:30. А зовут меня Сёма. Как вы помните. Я вот рассказал свои секреты. Пека, сколько ты снимаешь на YouTube? На YouTube я снимаю 4 лет. Ну вот, ребят, это были все вопросы, которые мне задавали на YouTube. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Пека Плей. Всем удачи, всем пока. 2 минуты я отвечал на вопросы. Круто!